Начинаем экскурсию по Неве. Сейчас. Немножко погода появилась. Да. Кусочек. Солнце. Кусочек солнца. В Питере солнце — это редкость. Этим летом. Спасибо, Натара. Пришли ваши. А вот это приглашаем вас. Винни-Пухи. Ясно. Корвет проплыл. Надо сказать, что около домика Петра была устроена первая в Петербурге пристань. Ее называли Гагаринским буяном. И именно сюда пришел первый иностранный корабль, посетивший новую столицу – торговое голландское судно. Домик Петра был обычным деревянным срубом, и шкипер голландского судна даже не подозревал, что человек, пригласивший его на обед в свое жилище, русский царь. Петр решил его разыграть. Представил купцу свою жену, которой тот подарил сыр и кусок полотна на рубашке. Петр лишь воскликнул: «Ну, Катя, теперь ты будешь нарядна, как императрица. Тебе бы век не видать таких рубашек». Под конец царь все же раскрыл, кто он, чем немало напугал незадачливого голландца. Правда, государь купил все привезенные им товары и пожаловал многие привилегии. Петропавловская крепость. Спальница императоров,
искусство, как сделано, столько красота какая. Да. Это вот червонное золото, что ли, покрыто, как считаешь? Вот это Какая-то. Золото настоящее. Не какой-то алюминий, конечно. Летний сад в Санкт-Петербурге. Мы где? В летнем саду. Нормально. Солнышко на меня светит? Светит. Еще как. Ты сама моя солнышко. Ты сама моя солнышко. Вот. Уже снял. Надежда, смотри, какая красота. Все сверкает. Смотри, какой дубовый, наверное. Убран, какой дубовый. Вот тоже. Ну, почти такой же все. Привет из Питера. Thank you.
чайнички, кофейнички со с кружками. Там камин попросил, камин. Кто-то просил? Не знаю, кто просил. Камень. Все. Все. Мой. Так, в Петербурге 11 часов. Вот так вот. Бывает. Вот. Летит Владимир Владимирович Путин, наверное. Ну, всяко тут не шансов будет летать. Вот, смотрит. Бедный всадник. На работу летит. На работу летит. Решил выходной поработать. Жара. Обещали, говорит, дождь. Да, красота, погодка. Невесты, царевны. И вот сам Петр. Сейчас мы его обойдем с другой стороны. Вот там он, кунсткамера. Мы там были. Разлетался что-то. Итак, дамы и господа, предлагаем вашему вниманию небольшой репортаж. Тут одни королевы подходят кругом. Вот мы пришли на Дворцовую площадь. Центр Питера. Гусарши ходят. Иностранцы. Вон Эрмитаж. Как бы Зимний дворец. Вот, ну это почти Смольный, но может не Смольный, просмоленный. Да? Привет, привет с Питера. Мы тут уже были зимой, да, Надя? Теперь летом. Красотища, народу много. Школьники тут на днях гуляли. Ну, теперь мы погуляем, побродим. Вот колонна известная. Ветер перемен, он прилетит, прогнав и произмен. Разве это, когда придал пора на разлук? И день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Thank you.
траве цвет переменится. Завтра. Ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра и смен. Разве это, когда придет пора ветра разлук, обид ветра вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Переменится. Завтра прошлому замет. Он придет, он будет добрый, ласковый. Ветер перемен. Он придет, добрый, ласковый ветер поедешь на карете? В карете? Или ты вчера накатался? Ну ладно, сегодня же не поедешь, наверное. Ладно, пускай вон китайцы ездят, они не ездят. Вот, самая маленькая лошадь в мире. Вот. Родилась сегодня в Питере. Сегодня родилась в Питере, да. Вон Петр Первый пошел. Не пойдет он. Сюда, сюда, давайте. Куда? Вот. Сам инкогнито. Танцуй.
Точно, надо. Взять и зимнего. Ага. Сейчас снимем. Ну, лошадь задним ходом дает. Нет, пошлите сначала в инвентарь. Петруха ходит, жарко себе в сюртуке-то. Вот, сад направо снимем. Петр опять идет. Петров прошу, Алексеевич. А вот царица гуляет. Царица гуляет. Безвольно погулять. Ну, Надежда, загадывай желание. Что еще здесь быть? Приедем, обязательно. Я уж Ленке сказала, говорю, мы ведь вам надоедим. Лет через пять опять соберемся. Сцену. Да. Я снимаю видео. Вот так снимал. Снималась передача. Да, да, да. Вот здесь были алые паруса. Пойдем на ворот еще снимем. Пойдем. Так. Революция еще не закончена. Корона, карета дождет, мы подходим. Карета ждет. Ой, как хорошо пахнет навозом, не подходи близко. Вон. Сейчас поедем, обчимся. Сейчас только я. По питерской. И стал свободен. И вот именно так, как вот в этом районе видели новые люди свою жизнь. С левой стороны первая Советская площадь. Площадь, которая названа в честь Сергея Мироновича Кирова, убитого в 1934 году. Этот памятник поставлен в 1938 году. Здание администрации Кировского района. И Кировскому району сегодня так же, как и нашему революционному движению, 100 лет. С левой стороны первый советский парк. Парк имени 9 января. И посмотрите, какая изумительная решетка у этого парка. Вот эта решетка в 1901 году во Франции получила золотую медаль. Толпа желающих посмотреть фонтаны. Вот так. Ладно. Да смотрю, вижу я. Тут же одни фонтаны кругом. Надь, ты попала в царство. А как же? Вот мы тут. Да. Да, в Дзержинске нет таких фонтанов. О, наша где? Вон она где. Куда побежала? Давай я знаю, что?
Красотища. Петергоф. Супер. Надя снимает кино. Про меня. Да, здесь стоит побывать. Обязательно. А меня сняла? А меня сняла? На фоне фонтана. Грандиозно, Надь? А? Грандиозно. Возвращаться вы будете по верхней террасе? Да, да, да. Гуляйте сами. На выход. На выход ориентироваться на дворец, на западный крик, мимо него, мимо Ларинка, по автобусу. Я чуть не потерял. Ты у меня тут фонтанируешь. Будь здоров. Ну, идет завершение прогулка наша. По Петергофу, по фонтанам, по дворцам. Сейчас подойдем к Самсону. По прогнозу посмотрел, что неделя сильнее. Да. Вот. И фонтанов ослепительный размах, летнее утро красит наш город. Летнее утро, лазурный поток, летнее утро, цветов нежный шорох. Дзержинск, почти как Петергоф, просыпается вновь.
Ура! Видеоформат. Привет из Исаакиевского собора. Да. Сейчас я фото тебе сделаю. Вот. Вон колонна, ты видишь? Вон там. Сейчас туда пойдем. Да. Зимний дворец, он зеленый. Все как на ладошке. Красота. Чемоданы положим и приедем, заберем во вторник. Так что уж это пусть. Ага, завтра. Что-то гудит. Вот. Да? А я видео снимаю. Стоит как мертвый. Живые, да. Как в копне. Ну,
вот сегодня мы уезжаем уже. Приехали на площадь Восстания. Вот окрестности этой площади. Впереди метрополитен. Обелиск городу-герою Ленинграду. Вот. Вот сам Московский вокзал. И люди, которые торопятся уехать, приехать, добраться, разобраться. Ну ладно. А вот Надя моя пришла. О, Надя моя пришла. Чемоданы. Ну, конец фильма. Да, помаши ручкой. Пока.